Желчь медведя и авиационные запчасти пытался вывести на родину житель Китая. В пункте пропуска «Пограничный» внимание таможенников привлек турист из Поднебесной. Мужчина вез груз без разрешающих документов. В багаже китайца таможенники обнаружили сушеную желчь медведя, которая была спрятана в пачке из-под сигарет. Этот груз оказался лишь малой частью того, что нельзя перемещать за границу без разрешения. Также мужчина пытался вывести в Поднебесную авиационные запчасти: 10 тумблеров, авиауказатель, тяговый двигатель. Некоторые элементы этих деталей изготовлены из драгоценных металлов. По словам нарушителя, груз он получил у своего соотечественника на автовокзале в Уссурийске. И что находится в багаже, не догадывался. В отношении жителей Китая возбуждено дело об административном правонарушении. В перспективе возможно и уголовное дело. Товар отправлен на экспертизу, по результатам которой и будет избрана мера наказания. Туристу грозит до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.